Рослый, живучий и очень опасный – все это борщевик. Его можно встретить во всех уголках России, в том числе и в Сарове. Этой весной борщевик появился в парке имени Зернова. Он был завезен с новым почвогрунтом. Данный сорт борщевика не представляет опасности для наших посетителей, так как существует большое количество сортов данного вида растения, и некоторые из них, да, действительно являются ядовитыми. Жители города периодически обращаются в администрацию парка с просьбой убрать борщевик. Работники регулярно тщательно исследуют территорию и вырывают обнаруженные растения. На сегодняшний день не существует гербицида, который бы мог полностью удавить борщевик. Единственный его метод удаления – это удаление стеблей, корней. И еще один жесткий метод – это выжигание почвы вместе с остатками корней борщевика. К этому, конечно, мы не прибегаем. На сегодняшний день все те, которые проростки борщевика были обнаружены на территории парка с новым почвогрунтом, они уже все удалены. По словам Антона Савина, борщевик в парке еще будет появляться. Его корни распространяются с космической скоростью. Сотрудник парка обращается к горожанам с просьбой, если вы увидели это растение, не спешите сразу звонить в администрацию. Можно надеть перчатки и вырвать ростки борщевика самостоятельно. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров 24.